Всем привет! В эфире программа «Неделя КХЛ», в которой мы с вами подведем итоги первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Кирилл Корнилов и Артем Башков у микрофонов, и мы сразу отправляемся в Екатеринбург на четвертый матч четвертьфинальной серии «Востока» между «Автомобилистом» и «Авангардом». «Автомобилист» в первом периоде счет матча открывает Никита Трямкин. После передач Георгия Белоусова и Павла Куликова делает счет 1-0. В концовке первого периода екатеринбуржцы сумели увеличить преимущество в счете. Классный бросок Брукса Мэйсика, гол в большинстве, ну и, конечно же, передачи под бросок касания. Все сделали на высшем уровне екатеринбуржцы и обеспечили себе преимущество в две шайбы по итогам первой 20 минутки. У «Авангарда» в этом розыгрыше Кубка Гагарина зажигает вовсю Илья Ковальчук. И вот так вот после броска Алексея Береглазова от синей линии Илья Ковальчук скорректировал полет шайбы и переправил шайбу в ворота. 1-2 счет стал в середине игры. Также Дамир Шеребзянов записал на свой счет результативную передачу. На 35-й минуте уральцы возвратили себе преимущество в счете в две шайбы. Дубль оформляет Брукс Мэйсик. Но какой же молодец Павел Дацук. В падении бросил с неудобной руки, довел шайбу до Брукса Мэйсика. И тот резко бросил с кистей уже с пятака. А в конце игры «Автомобилист» подвела дисциплина. «Авангард» в этом сезоне что в регулярке, что в плей-офф просто уничтожает своих соперников в большинстве. Ну и вот посмотрите, что происходит в концовке. Рид Буше на 57-й минуте после передачи Оливера Каски и Сергея Толчинского сокращает отставание в счете до минимума. А затем Иржи Секач после передач Корбана Найта и все того же Сергея Толчинского сравнивает счет, а играть оставалось еще более 2 минут. Все в этой встрече решалось за пределами основного времени. Первый овертайм оказался без голевым, но во втором удалось отличиться команде Боба Хартли. На 89-й минуте Илья Ковальчук оформляет дубль в этой встрече, забрасывает свою третью шайбу в плей-офф и приносит своей команде очередную победу в этой серии. Третью по счету в ассистентах Стаси Толчинский. Да, Илья Ковальчук таким образом дубль оформляет в этой встрече. Сергей Толчинский отметился ассистентским хет-триком, а команды в Балашиху переехали при счете 3-1 в пользу «Авангарда». Теперь в Минске. Минское «Динамо» против петербургского «СКА». Так вышло, что этой серии самая результативная в западной конференции. Команды играют в открытый, искрометный хоккей. И эта встреча могла стать последний для минского «Динамо», если бы минчане проиграли. Андрей Кузьменко отличается на 18-й минуте. Это его третий гол в этом розыгрыше плей-офф в ассистентах Лукас Бэнксон. Но в отличие от предыдущих матчей, эта игра была не такая результативная. Хотя в начале второго периода минчанам удалось реализовать большинство. Когда Артем Демков отличился после передачи Шейна Принца и Брэндона Меннелла, счет стал 1-1. Но в целом дальше игра была достаточно закрыта. Во втором периоде больше зрителей голов не увидели. А в третьем игровом отрезке очень любопытный эпизод произошел на 7-й минуте. Денис Масалев забрасывает шайбу в ворота СКА, но показывает Александр Самонов, что ему была оказана помеха, и он не успел вернуться в ворота для того, чтобы отразить бросок Масалева. Судьи эту шайбу засчитывают, и минчане впервые в этой серии одерживают победу и отправляются на 5-й матч в Санкт-Петербург. Причем эпизод такой достаточно пограничный. Роб Клинхаммер действительно въехал в Александра Самонова, но арбитры здесь все-таки не зафиксировали блокировку вратаря, а, соответственно, игра переместилась в Санкт-Петербург. ЦСКА и «Спартак» уже встречались в плей-офф 3 года назад. И тогда армейцы в 4 матчах забросили 11 шайб, а пропустили всего 1. И спокойно отправились во второй раунд. В этой серии история может повториться. Серия, которая должна была стать украшением первого раунда, прошла довольно монотонно и прямо-таки в одну калитку. На 4-ю игру Олег Знарок полностью перетасовал все звенья, а клуб даже отказался от своего прошлогоднего талисмана в виде девушек за скамейкой соперника. И сначала вроде бы был эффект. «Спартак» реализовал первое же большинство уже спустя 2,5 минуты после начала игры. Мартин Бакаш наконец-таки вышел на матч плей-офф и сразу же отличился. Красно-белые впервые вышли вперед. Даже по ходу игры Олег Валерьевич вносил правки в состав.
И хоть спартаковцы всячески упирались, но во втором периоде армейцы решили, что нужно отдохнуть побольше перед вторым раундом. Антон Слепышев сравнял счет, реализовав большинство. А в третьем на полную включился Брэндон Лайпсик, который сначала вовремя оказался на пятаке красно-белых, а потом отправил Ивана Телегина на пустые ворота. ЦСКА выиграл со счетом 3-1, а Олег Знарок впервые проиграл серию в сухую. Но сезона, я думаю, не очень. На команду, какая у нас была, я думаю, надо было лучше сыграть. Ведь на ЦСКА в плей-офф очень тяжело просто. Это самая лучшая команда, я думаю, в лиге. Там никаких ошибок у меня не было. Но не было и никаких как бы топ-сейвов или просто что-то побольше команде дать. Я себя сам хорошо чувствовал, но когда хотите побежать на ЦСКА, надо просто не на 100, на 120% играть всем игрокам в команде. Хотели какую-то победу подарить нашим болельщикам. Можете видеть, просто они самые лучшие в России. Сезон такой, не хороший, не плохой, средний. После игры главный тренер «Спартака» вышел к болельщикам с фразой «Кому я здесь нужен?». В контексте истекшего контракта с клубом звучит символично. И что-то подсказывает, что даже несмотря на такое поражение, Олег Валерьевич фанатам уж точно нужен. Теперь мы с вами отправляемся в Москву, на ВТБ-арену, где «Динамо» принимала череповецкую «Северсталь». Это пятый матч серии, и здесь, конечно, удивительный сценарий был у этой игры. В формате 5-3 «Динамовцы» забрасывают первую шайбу. В первом периоде отличился Юсу Хиетанин. Первый гол его в этом плей-офф. Ну а в начале второго периода, уже на первой минуте, Дмитрий Яшкин забрасывает в меньшинстве. Для него это третья шайба в этом розыгрыше плей-офф. Второй период вообще получился провальным для череповецкой команды, потому что на 26-й минуте Оскар Линдберг доводит преимущество бело-голубых до трех шайб. После передач Михала Чайковски и Андрея Сергеева забрасывает Оскар Линдберг. А затем в середине игры Вячеслав Кулемин воспользовался ошибкой защитника череповецкой команды, убежал один на один с Владиславом Подъепольским и без труда переиграл вратаря череповецкой команды, после чего Подъепольский отправился на скамейку запасных, уступив место воротам Дмитрию Шугаеву. На 34-й минуте Столиварам удалось одну шайбочку отыграть. Вернувшийся в состав Индржих Абдул это делает в ассистентах Дмитрий Моисеев и Вадим Кудака. Здорово Абдул выбрался из угла и пробил в ближнем бою Александром Еремин. Ну а в третьем периоде настало время воспитанника череповецкого хоккея Вадима Кудака, который проводил свой 300-й матч в континентальной хоккейной лиге. Арбитры сначала это взятие ворот не засчитали. Я так понимаю, что арбитр сначала не увидел, что шайба вообще в ворота влетела. Но затем, после быстрого видеопросмотра, было определено, что шайба полностью пересекла линию ворот. Счет стал 2-4. И посмотрите, что творилось в третьем периоде. Вадим Кудака за 3 минуты с небольшим сокращает отставание в счете до минимума. Но додавить московское «Динамо» Северстали не удалось. «Динамо» проходит следующий раунд. 4-1. Ну а теперь в Санкт-Петербург. Пятый матч серии между СКА и Минским «Динамо». 26 заброшенных шайб команды наклепали на двоих до этой встречи. Самые результативные противостояния в западной конференции. Да, предыдущий матч не вышел богатым на голевые события, но эта игра подтвердило, что команды нацелены на хорошую игру в атаке. Павел Варфоломеев, как и в первом матче этой серии, выводит свою команду вперед здесь же, в Санкт-Петербурге. Классные передачи из угла и классный бросок в касание. Давайте отметим, что в воротах СКА в этой встрече играл Магнус Хельберг. Ну а счет матча сравнял Эмиль Галимов. Второй гол в этом розыгрыше Кубка Гагарина после передачи Виктора Антипина и Ивана Морозова. На 25-й минуте Эмиль Галимов отличился. Эмиль Галимов вообще стал главным героем по итогам этой встречи. На 30-й минуте Галимов оформляет дубль, выигрывает борьбу на пятачке у Дмитрия Знахаренко и выводит свою команду вперед. Свой герой был и у Минского «Динамо» Павел Варфоломеев. На 43-й минуте в большинстве счет матча сравнял после передачи Шейна Принца и Брэннона Меннелла, а затем Денис Масалев после передачи Алексея Протаса и Романа Горбунова выводит минчан вперед. Впервые в этом матче. Причем, что любопытно, Масалев и Варфоломеев – это ведь ребята, которые присоединились к «Динамо» в последний день до заявок в континентальной хоккейной лиге и во многом благодаря им «Динамо» навязывало борьбу с КАФ плей-офф. Очень важно было минчанам дотерпеть и не пропустить в концовке, но с этой задачей справиться не удалось. Чуть больше, чем за 2 минуты до конца третьего периода петербуржцы сравнивают счет. Но тут, конечно, нельзя не отметить Эмили Галимова, который просто все сделал для Кирилла Марченко. Марченко попадает броском в касание в ближний угол, сравнивает счет и забрасывает.
забрасывает свою первую шайбу в этой серии. Игра заканчивалась в овертайме, причем в первом овертайме большинство получают петербургские армейцы. На бросок выводят Антона Бурдасова. Бросок в касание, без подготовки, с кистей. Линдон Вэй и Лукас Бэнксон, авторы результативных передач. СКА одерживает победу в этой игре со счетом 4-3. Ну и, соответственно, в серии 4-1. И СКА в следующем раунде сыграет с московским «Динамо». Теперь отправляемся в Уфу. Салават Юлаев против «Трактора». На бумаге одна из самых интересных дуэлей в этом розыгрыше плей-офф Восточной конференции. Ну, смотрим за тем, как развивались эти встречи. Хартикайнен на 10-й минуте в большинстве выводит свою команду вперед. Здорово сработал на пятачке. И, конечно, нельзя не отметить Александра Кадейкина, который, конечно, да, бросал сам, но рикошетом от Федотова шайба попала на клюшку Хартикайнену, и тот уже не промахнулся. Конечно, остановить первую тройку Салават Юлаева «Трактору» было невероятно сложно. В первом матче удалось ее закрыть, и в итоге «Трактор» одержал победу. Но затем в команде Анвара Гатиятуллина все пошло не по плану. Три поражения подряд. И посмотрите, что произошло на 26-й минуте. Еще одно большинство. Но в этот раз автором заброшенной шайбы становится Сакари Маннинен. Александр Кадейкин и Маркус Гранлунд стали авторами результативных передач. А вновь Кадейкин просто фантастическую работу проделал на пятачке и исполнил-таки передачу через клюшку Манухова. «Трактор» попытался вернуться в игру, и в целом это челябинцам сделать удалось. Игорь Полыгалов на 33-й минуте после передачи Лоуренса Пилота и Виталия Кравцова сокращает отставание в счете до минимума. На 51-й минуте впервые в этом розыгрыше плей-офф за «Трактор» забрасывает Александр Авцин. Ну, как-то не пошла игра у легионеров «Трактора», которые вообще ни одну шайбу в этом розыгрыше плей-офф забить не сумели. Я сейчас про нападающих Гику, Седлака и Оберга. Но нашелся свой герой в лице Александра Авцина, который здорово поработал на пятачке, подобрал этот отскок и во второй раз пробил Юху Мэтсу. Штрафной бросок за 20 секунд назначается ворота челябинского «Трактора». Салават Юлаев долго атаковал, долго штурмовал ворота Ивана Федотова. В итоге вратарь «Трактора» сдвигает их. И, соответственно, арбитры в соответствии с судейским регламентом назначают штрафной бросок. На реализацию попытки вышел Маркус Гранлунд. Мастерски переиграл он Ивана Федотова. И таким образом Салават Юлаев вышел вперед и дотянул до победы. 3-2 в этом матче, 4-1 в серии. Салават Юлаев проходит в следующий раунд. Ну а теперь отправляемся в Нур-Султан. 6-й матч в серии Восточной конференции. Барыс против «Магнитки». Магнитогорцы в первом периоде не смогли забить, как и Барыс. Ну а во втором периоде удается отличиться команде Ильи Воробьева. Семен Кошелев подправляет шайбу на пятачке и выводит свою команду вперед. Единственная серия, которая, кстати, дошла до 6-го матча. И в целом Барыс дал настоящий бой «Магнитке». Вот так Линус Видель сравнивает счет в этой игре после передач Михайлиса и Линтуниеми. Но не обошлось в этой ситуации без рикошета. Шайба нашла лазейку между чутков Юху Олкинуора и залетела в ворота. На 37-й минуте магнитогорцы забрасывают свою вторую шайбу в большинстве в этой встрече. Дениса Расмуссона поздравляют партнеры. Забыли его на пятачке. Расмуссон развернулся и низом бросил, сумев пробить вратаря. Никита Михайлис всю серию молчал, но в 6-й игре все-таки ему удалось отличиться. Линус Видель стал автором результативной передачи, ну а Михайлис исполнил просто шикарный бросок по точности и по красоте. На 46-й минуте магнитогорцы в третий раз забрасывают в большинстве. С большинством все в порядке у уральцев в этой серии. Сергей Мазякин на третью шайбу в плей-офф оформляет. В ассистентах у него Тейлор Бек. С броском у Сергея все было в порядке и остается. На его излюбленную позицию вывели на бросок, и он шансов никаких Йони Ортио не оставил. А затем уже Тейлор Бек не оставляет никаких шансов Йони Ортио. И это тоже большинство. И после передачи Сергея Мазякина Тейлор Бек доводит преимущество своей команды до двух шайб. На 58-й минуте команда из Нур-Султана, казалось бы, вернула интригу в этот матч. Кирилл Панюков сократил отставание в счете до минимума, тоже отличился в большинстве, подправив шайбу на чужом пятачке. Затем Барыс играл в формате 6-5, но вот этот финальный штурм к успеху не привел. Сергей Плотников после передачи Николая Кулемина забрасывает пятую шайбу в ворота Барыса, уже в пустые ворота, и приносит «Магнитке» победу. В этом матче и в этой серии 4-2. «Магнитка» идет дальше, а этот обзор для вас провели Кирилл Корнилов и Артем Башко. Всем пока!